заборные ступеньки, копим и тратим свои на что-то деньги. Все так случилось, лучше бы это все приснилось. К тебе звонок чужой разговор, случайно услышал я, войдя во двор. Ты ответила кому-то: потерпи еще, милый, ничего менять не будем, потерпи, любимый. Сердце мое в пятки вдруг упало, ударило в голову кровь, в глазах темнее стало. Она меня спросила: а что так побелел?